Добрейшего. Решила я тут посмотреть, как наш новичок Лука будет выглядеть по мнению нейросети. И что вы думаете? Внимание, кринж и крипота. И если вам интересно, давайте посмотрим. Ну, не то. Синие глаза, но они не синие. Они здесь реально цвета морской волны, что называется. Синий-зеленый, бирюзовый, да, такой оттенок. Волосы вообще какие-то переникакие, пережженные. Это фотографы называют это пересветом, то есть засвеченные, да. Не то, не то. Ты не Лука абсолютно. Ну, не знаю. Пацан, конечно, симпатичный, но тоже не очень похож. Ой, вот это пугающая какая-то картинка, потому что здесь какие-то абсолютно несимметричные и пугающие глаза. Ну вот, а тут, видимо, да, с помощью более густой бороды показывается, что это все-таки мужчина. Ну, да, это анимешный киберпанк, но почему-то руки механически он рисует такие же, как и до этого, только с помощью рисовки и больше в анимешном стиле. На самом деле, я надеялась, что стиль киберпанк будет как-то больше похож на киберпанк. Это прям такой киберпанк в 19 веке. Нейросеть это так себе представляет. 3D-рендер, кстати, похож больше на киберпанк, чем, собственно, киберпанк-стилистика. Ой, боже, будет какой-то скример или жесть. Вот что это такое, господи, боже мой. Нейросеть, что ты пытаешься мне сказать? А вот это, конечно, какая-то фигня. Чего так гантели нарисованы? В руках гантели должны быть, а не на руках надет. Окей, гантелей в руках нет, но он спортивный. И на киберпанк вообще не похож. Это больше похож на стимпанк, чем на киберпанк. Прямо вообще мурашки прям побежали. Ужас какой, мамочка моя. Давайте мы это опустим. Нейросеть меня пугает. Это прям жесть какая-то. Почему он выглядит как Кен? Ну, в плане того, что очень пластмассовое тело. Ой, а про гантели? Ё-моё, что это такое? Я не знаю. Ну, кстати, кто-то в этом есть, наверное, немножечко, да? Ну, совсем отдаленно. Это прям вот, ну, близко, да? Ну, у Луки... Ой, не туда я нажала. Хоть и хвостик, но если без хвостика смотреть, да? Представим, что у него просто сзади лежат волосы вот так. В принципе, похоже. Похоже. Но тут он какой-то слишком миловидный, да? У нас Лука такой... Ну, хватит боксировать, а, чувак. Ну, хотя похоже. Давайте приблизим. Ну вот здесь прям, да, правда, рисовка глаз немножко другая, но прям похож. Ну, это еще больше похоже на него, потому что волосы здесь реально темнее, чем просто красный цвет. Ну, да, неплохо. Так я ошиблась, вот это вот. Это прям достойно, слушайте. Тут и прическа другая, да, не такая, как была до этого вот с этим выбритым. Выбритым ухом, вот. Здесь прям нормально. Да, видос действительно получился очень криповым. Но есть и другие персонажи, на которых можно и нужно посмотреть с помощью нейросети. Если тебе интересен такой формат, обязательно поставь лайк, напиши свой прекрасный комментарий под видео. Подписывайся на канал, нажимай на колокольчик, посещай мои Twitch-трансляции. Буду всем очень рада. Что-нибудь напиши в чат, я обязательно отвечу, и мы с тобой поговорим. И помните, вы самые крутые. А с вами была Вайс. Всем пока-пока.